входим куда? Переходим туда, куда мы ехали. Давай ты вот так проходи, чтобы потом прям показать. Ага. Прям крутую панораму. Кстати, панорама сейчас позади меня, но сейчас мы ее покажем целиком. Так. Смотрите, да, какое ангарище. Здесь раньше ремонтировалась техника. Потому что на это указывает, показывает. Та-да! Круто же! Кстати, здесь было огромное армейское панно, где наши танки. Вот танки видно слева сверху. Запитываясь, я так думаю, мне так кажется, запитываясь от гидроэлектростанции. Серега, как ты посмотрел? Гидроэлектростанция, да? Ага. И они такие прям запитались, электрические танки. Запитались. Вот, видите? Смотрите, вот на это указывает. По этим проводам так запитались, бах, и сразу в бой пошли. Ну, мне так кажется, да, потому что фрагменты утеряны. Ну да, интересно, да, какая связь гидроэлектростанции, наверное. Ну, скорее всего. Все достижения, наверное. Советского Союза, да, они рисовали тогда все, что могли. А вот еще, знаете, вот меня ругают то, что у меня дурацкие заголовки. Вот, ребят, на самом деле, ненавижу говорить ребят, просто я больше не буду. Ребят, вот заголовок для этого прям можно придумать так. Пошел включить освещение в цеху. Опа, смотрите, а нашел старинные фрески. И кто мне потом скажет, что я вас обманываю? Все? Все правильно. Промышленный турист, да, обкалывали тут. Интересно, да. Причем здесь даже, смотри, на этих самых остались. Ты, ради бога, аккуратней. Судя по всему, картины были. А, ну да, да, да. Да. Картины, освещение, причем потолочное освещение. Все это самое, все порвалось. И все это в сосновом лесу. Да, ты знаешь, такой кайф. То есть ты как бы служишь и отдыхаешь. Была небольшая техническая пауза, мы ехали-ехали и приехали к месту, где как раз разбирали грузовики. Пойдем смотреть. Бери. Вернее, от грузовиков тут остались только колеса, но они колеса внушительные. А это место очень круто выглядит, когда дождячок прошел, оно такое все мокрое. Ну вот опять же, рассуждаем о ведении блога, да? Пошел в лес, а нашел колесо от ракетного тягача. Вот колесо от ракетного тягача. Да. Пойдем. Уже позеленел немного. Да, аутентичненько. А знаешь, если тут копнуть сколько тут всего? Остатков всяких. Вот и так вон накопали, но я уверен, что и еще дополнительные есть. О! Жесть какая. Трос старый. А вот баночка. Ха. Ну-ка, Серег, скажи, в Советском Союзе что в таких баночках мед продавали? Мед, конечно. Да, слушай, классно. Это медовая баночка из Советского Союза. Можно найти еще. Вот. Ну, вот и это пополнить свой сервиз. Да. Ну, вот здесь дофигища остатков вот металла, смотрите, тросов. Потому что, судя по всему, вот там вот колеса разбросаны. Судя по всему, здесь была именно часть, которая ремонтировала именно военные всякие тягачи здоровые. Ну да, колесо причем не маркировано или маркировка стерлась. Ну, в общем, лежит оно тут давно. Классно, смотри, все повырнуто. Там ну да, как будто все разбирали. Не просто. Даже не разбирали, а что-то взорвалось. Смотри, взрывом прям выворочили. Ну да, 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 деревья с корнями. Ой, как чувствуешь прям запах какой. Упоительный. Даже вот эта вот хрень, это все не портит. Да. Хорошо прогулялись.